Итак, друзья, всем еще раз привет, с вами студия Castle TV и Strike, и мы продолжаем наблюдать за вечером французского Counter-Strike. На этот раз Team LDLC против команды Clan Mystic. Ну, на самом деле у нас французские разборки, по-другому это не назовешь. LDLC только что, буквально несколько минут назад, проиграли своим прямым конкурентам, а именно команде Titan, при том, что проиграли с разгромным счетом. 16-6, ну, по-другому его и назовешь. Разгром. Итак, теперь пришло время, наверное, определить, кто же является второй и третьей командой на просторах всеми нами любимой Франции. Итак, вот команды, которые решились на вот такую дуэль, это Clan Mystic и LDLC. Как видим, в живых остается только Узи в найф-раунде, и Clan Mystic очень близки к тому, чтобы начать за дефенс в первой половине. Против Титанов за атаку DLC практически ничего не получалось. И вот... Вау. Узи. Неужели это была попытка поставить бомбу? Но нет. Соперники не дадут. Узи продолжает танцевать. Просто танцевать на верхнем пунте и... Ну, пора бы, Узи. Мы все ждем. Когда же ты начнешь? Ну вот... Оп-оп-оп-оп-оп! И зарезали все-таки. Зарезал Узи Кейниса, но Хартс был тут как тут. Clan Mystic начинают за дефенс, и это сулит. Сулит неприятности для команды LDLC. Ну вот посмотрим. Титаны довольно-таки, ну не скажу, что просто, но уверенно справлялись с атакующим потенциалом команды LDLC. Как будут действовать Clan Mystic в защите, ну вот, даже боюсь себе представить. Букмекеры дают на команду Clan Mystic коэффициент 3,2, на команду LDLC 1,3. Однозначно фаворит, по мнению букмекеров, команда LDLC. Ну вот посмотрим, насколько же все-таки были правы букмекеры. Я уже, честно, боюсь даже предсказывать какие-либо результаты, потому что то, что вот думал сегодня, ну, за исключением Титана и LDLC, все просто пошло... На смарку. Думал, что будет разгром в матче Никоп против Мимом. Но Мимы показали характер и довольно-таки неплохо сопротивлялись. Так, тем временем, пистолетный раунд на ваших экранах. Давайте смотреть, что происходит здесь. Команда LDLC проходит на нижний пуэнт, и там их уже готово. Готово принимать французская банда из Clan Mystic. Смотрим. SF. Есть первый минус. Забирает Апекса. Также уверенно минусует LDLC. Узи забирает еще, ну и смотрим, что же происходит дальше. Мэниак один на нижнем пункте с бомбой, Хэппи на верхнем, пытается забрать Киашиму. Вау, забирает. Забирает Киашиму, и в итоге 2 в 3 ситуация. Хэппи и Мэниак постараются вытащить вот такой вот непростой раунд для своей команды. Смотрим. Маньяк, попытка поставить бомбу под маяк. Как видим, все это слышат игроки команды Clan Mystic, но помешать этому просто-напросто не успевают. Кенни забирает Хэппи, маньяк один против троих, маньяк есть минус, забирает. Ну вот забрал Джимикса, забрал Хартса. Забрал Хартса, кстати, просто чудовищным хедшотом. Но Кенни красный, который поджимал рампы, был тут как тут. И первый раунд выигрывает команда Clan Mystic. Егор, у нас просьба, надо поменять команды местами. LDLC. Все, уже все четко. Так, да, вот сейчас у нас поменяется ростер, и все будет так, как положено. Ну вот, посмотрите, что придумали LDLC. У Хэппи, АКМ, у Апекса есть... Галил, вот такой вот форс-бай в исполнении LDLC, и французы хотят перевернуть все уже во втором раунде. Ну вот точно так же, как против них сделали Титаны. Так, Хэппи. Хэппи и Апекс. Вот эти два парня. Апекс. Ну вот как же так? Апекс должен был забирать Кенниса, но Кеннис каким-то чудом все-таки успел сделать минус. Правда, тиммейт Апекса был тут как тут. Узи разменял тиммейта и не дал уйти Кеннису. 4-4 ситуация, но как видим, у команды LDLC по-прежнему всего лишь два девайса. И вот заполучить еще один будет ой как непросто. Так, давайте посмотрим, как же все-таки готова все это дело принимать команда Clan Mystic. GMX забирает Кьоли, Узи опять-таки же разменивает своего тиммейта и сравнивает счет в этом матче. 3 в 3. Красный Киашима, Хартс! Все-таки забрал Хэппи, выбивает АКМ из рук
Игра команды LDLC. Так, смотрим, что же придумают Узи и Маньяк. Ну вот опять-таки же, эта же парочка остается вдвоем против троих. Маньяк заходит в пристройку. Узи. Узи будет для третьего минус. Боже, какой пожар. 10 секунд до конца. Маньяк на нижнем пункте ставит бомбу. СФ тем временем забирает Узи. Опять-таки же 1-3. Маньяк, но три красных оппонента. И Маньяк есть первый минус, забирает СФ. Харс и Киашима. Два красных, и Киашима делает решающий минус в этом раунде. 2-0. Клан Мистик продолжают лидировать в этом матче. Очень близки были игроки команды LDLC, дабы взять вот этот форсбай и переломить ход этого поединка. Ой, как это пошло бы на пользу. Так, ну что же, будут ли еще раз рисковать французы, которые играют в атаке, а именно команда LDLC? Нет, на этот раз просто 5 по 250 парни будут рассчитывать только на пистолеты. Никакого бая больше не будет. Не будут больше рисковать, будут играть на верочку. Так, ну вот, как видим, собирается у нас массовый проход по улице в исполнении LDLC, и Кеннис готов принимать все это дело. Кеннис. Вау, одна пуля, один головошот, но дальше не пошло. Кьоли забирает Кенниса моментально. Кьоли! Так, ну вот это я, конечно, пропустил. Кьоли забирает еще и GMX. В итоге 4 в 3 в численном большинстве находятся игроки команды LDLC, но девайсы лежат очень далеко, и подобрать их просто невероятно трудно. Так, подождите, что произошло с GMX? Его просто перевернуло. Вау, Кьоли, вот это просто чудо. Апекс тем временем забирает еще одного игрока команды Клан Мистик. Ситуация 4 в 2. Есть уже два девайса в руках LDLC, и они очень близки от того, чтобы взять заведомый эко-раунд. Харс, Киашима, два минусовых исполнения, и уже ситуация переворачивается сверх на голову. Боже, что происходит? Неужели у нас будут происходить вот такие вот мансы на протяжении всего этого матча? Ну, конечно же, мы от этого только с вами выиграем. Зрелищности нам давненько не хватало. Харс, один против двоих. Очень надо постараться, чтобы выиграть этот раунд. И Кьоли, третий минус, и LDLC берут экономический раунд с пистолетами. Вот так вот. Ничего не предвещало беды, но Кьоли в одиночку просто развалил практически всю команду Клан Мистик. Так, ну вот. Вот оно, то самое интересное начало. Вот все французские дерби обещали быть жаркими, но почему-то предыдущий матч не был таким. Не выложилась, как по мне, команда LDLC на полную, не показалась весь свой боевой потенциал и проиграла с разгромным счетом своим принципиальным оппонентом, а именно команде Титан. Итак, два минуса удалось уже сделать LDLC в этом раунде. Забрали SF, забрали GMX, ну и что-то захолдились. Хэппи на улице замечает Кенниса. Чудом уходит Кеннис. Непонятно, правда, каким. Ну и вот здесь вот будет что-то интересное. Харц и Киошима. 4 и 5. Ну вот просто идеально проверили LDLC всевозможные засады. Без шансов вышли на нижний плент и взяли второй раунд. Итак, будет ли бай? Да, бай от команды Клан Мистик. Вот вижу, что у GMX с деньгами все очень плохо, но капитан команды Харц предпринимает волевое решение и будет бай. Будут парни закупаться, будут бороться. Будут бороться с самого начала. Каждый раунд на вес золота для команды Клан Мистик. Понимаю, что в атаке придется им очень непросто. Знают, насколько мощно могут сыграть LDLC в защите. И надо брать максимально в защите. Кьоли, опять-таки же, есть опенфраг в его исполнении. Забирает Кеннис на улице. И уже в численном меньшинстве будут играть Клан Мистик. Посмотрите, просто под шифтом LDLC вот пытаются пройти на нижний плент, и все это дело будет встречать товарищ Хартс. Хартс! Есть первый минус, забирает Узи. Хартс! Ну, Хартс не Фрайберг, к сожалению. Сделал всего лишь два минуса, в отличие от Фрайберга, который умудрился забрать сразу четверых игроков команды МИМ. Итак, Киашима, один против двоих. Не спешат ставить бомбу игроки команды LDLC. Киашима, какой хедшот! Забирает Мэйника! Ну,
очень напряженный матч мы с вами наблюдаем. Кьёли, ну... Кто же, если не Кьёли, тащит раунды для своей команды? В предыдущем матче не было видно этого парня вообще. Не знаю, что пошло не так у Кьёли в матче против Титанов, но вот на команду Клан Мистик у Кьёли есть принципиальный настрой. Напомню, это бывший игрок команды Клан Мистик. И вот на своих бывших тиммейтов Кьёли настроен очень серьезно. Давайте, наверное, смотреть за ним. Кьёли, что будет делать сейчас? У команды Клан Мистик эко-раунд. Автодиректор. Хэппи на улице. Минус Кеннис. СФ на рампах. Попытка подловить хоть кого-то. Ну, здесь опять-таки же просто безошибочно действуют LDLC. Забирают СФ. Ну и что же делать дальше? Хардс. Попытка подловить хоть кого-то. Чем закончится, непонятно. GMX спалился на улице. Постарается забрать тоже. Ну вот задача Клан Мистик на этот раунд — подпортить экономику. GMX попадает по голове Хэппи, но не забирает. Кстати, очень странно. Этот пистолет без шансов снимает броню с тяжелого армора. И Хэппи напоследок забирает GMX, но здесь все очень плохо заканчивается для Хэппи. Харс додавил до конца. Подбирает АКМ Харс, ну и постарается его засейвить или как-то реализовать. Смотрим, что из этого получится. Ну вот, собственно, и все, что получилось у Харца. Апекс без шансов забирает. Капитана команды Клан Мистик Яшима умудрился также сделать минус. Но в итоге довольно-таки неплохо. Два минуса на эко-раунде — всегда хороший результат. Хотелось бы, конечно, большего, но, к сожалению, не сейчас. Не сейчас, говорит команда Клан Мистик и закупается. Закупается снайперской винтовкой Кеннис. У LDLC нет АВП, но зато есть Кьёли. Кьёли, которому абсолютно плевать, АВП у Кенниса или что-то там еще. Опять-таки же, с помощью дымовой подсадки на скалу, ну вот, по крайней мере, в 1.6 это была скала, здесь это большая бочка, я не знаю даже, как ее назвать. Команда LDLC будет опять-таки же проходить по улице. Итак, Кеннис, найдет ли хоть кого-то в дыму? Ну вот смотрим. Просто, вау, должен был увидеть голову или нет? Ну, Кеннис что-то увидел. Или не увидел. Но получил как минимум две пули в тушку. Остался красный. Простите, пожалуйста, вот у нас действительно гуляет какой-то вирус по арене. Все переболели, и вот Игорь ушел именно из-за болезни сегодня, оставил меня одного, и голоса у меня также не хватает, как казалось. Но, тем не менее, очень интересная ситуация. GMX забирает под девяточкой Хэппи, но бомба стоит. Бомба стоит на верхнем пленте, и опять-таки же непростое выбивание предстоит команде Клан Мистик. Смотрим, что из этого выйдет. Два игрока возле трубы, Кьёли забирает. Ну вот Кьёли просто опять-таки же в одиночку, можно сказать, развалил своих бывших тиммейтов. Забирает СФ, и счет становится 5-2. 5-2 в пользу LDLC. Да, непростые времена наступают для команды Клан Мистик. Понимает капитана, именно Хардс, что каждый отданный раунд за дефенс — это очень-очень-очень плохие новости для его ребят. И надо это исправлять. Очередная волевая закупка. Как видим, в арсенале команды Клан Мистик. Два фамаса, три кольта. И постараются парни взять этот раунд. Кстати, вообще, ни одного тяжелого. Нет, один тяжелый армор у Киашимы. Три легких. GMX, Кеннис и Харт. Зови, а именно СФ. Без армора. Итак, смотрим. Кеннис. Попытка поджать улицу. Хэппи вроде бы все это дело контролирует. И давайте посмотрим, кто же выиграет эту дуэль. Хэппи или Кеннис? Это, конечно же, Хэппи. Забирает Кенниса. Опять-таки же, в численном преимуществе находятся игроки команды LDLC. И что придумают парни на этот раз? Раскидка рампов, но при этом выход на верхний плент. Киашима забирает Апекса, но его просто окружили со всех сторон и забрали без шанса. В УЗИ минус GMX. Ну и опять-таки же, 2 в 3 ситуация в меньшинстве команды Клан Мистик. СФ постарается что-то исправить. Харс будет выбивать пристройки СФ с рампов. Ну вот, позиции на самом деле очень даже неплохие. Харс, есть минус
Кладушка. СФ практически забрал УЗИ. Попал сразу же в голову. И дальше просто не попал ни одной пули. Хардс. Один против двоих. Смотрим за капитаном команды Клан Мисти. Хардс. Попытка нашить кого-то из игроков. Ну вот очень-очень сейвово стоят LDLC. Никуда не двигаются УЗИ. В будке. Кьёли вообще вот в такой вот неординарной позиции. Понимает, что это сейв. И счет становится 6-2. И очередная закупка от команды Клан Мистик провалилась. Ну что же, парням просто не удается сделать open фраг. Кеннис пытался агрессировать на улице, поджимать длину, но Хэппи все это законтролил. И с этого начался крах команды Клан Мистик в этом раунде. Так, ну что же, очередной бай. Просто непонятно, откуда берутся деньги у Клан Мистик, и парни закупаются в очередной раз. Смотрим на очередную попытку французов набрать как можно больше раундов в первой половине за дефенс. Так, Кеннис. Опять-таки же на улице намечается у этого парня какой-то экшен. В дыму в него уже попадают. Кеннис пытается нашить также в ответ в дым. Кьёли. Есть open фраг. Забирает GMX в длинном. Хардс. Опять-таки же на все той же проверенной позиции. Перестрелка с Апексом пока ничем интересным не заканчивается. И два игрока LDLC отпускают Хардса и просто уходят. Вот так хитрецы. Никуда не спешат. Ну, уже, наверное, можно их смело называть второй французской командой. Вряд ли у кого-то есть на то какие-то сомнения. LDLC действительно выглядит пока сильнее своих грозных оппонентов из команды Клан Мистик. Хоть они и чемпионы по версии ESC 2013 года, но это не мешает LDLC набирать раунд за раунд. Итак, очень важный момент. Ситуация 3 в 3. Опять-таки же бомба стоит на верхнем пункте. Мэниак, УЗИ и Хэппи постараются не дать раздефузить поставленную бомбу. Ну, смотрим, что из этого выйдет. Кеннис дал минус Мэниак, но тут как тут УЗИ просто творит фантастику. Было всего лишь один с КП и дал два просто невероятных минуса. Хардс один против двоих, и вы все прекрасно видите. УЗИ сегодня играет великолепно. Три минусового исполнения и седьмой раунд для команды LDLC, что, собственно, в очередной раз должно заставить сливать команду Клан Мистик. Но нет, Хардс опять-таки же закупается и заставляет покупать своих тиммейтов. Очередной форсбай в исполнении Клан Мистик, и парни будут бороться. Не знаю, то ли момент отчаяния, то ли у Хардса какой-то план на игру. Посмотрите на экономику команды Team LDLC. Просто все шикарно с деньгами. Кеннис, наконец-то есть open фраг на улице. Забирает Хэппи. Ну вот то, чего не хватало Клан Мистикам. Это open фрага. Наконец-то это удалось сделать Кеннису. Хард забирает Апекса при поджиме в будку. Что происходит дальше? Есть красный УЗИ. И наконец-то появляется реальный шанс взять третий раунд. СФ минус УЗИ. Киашима врывается в будку. Что происходит дальше? Ну, как видите, без минуса уходит Киашима. Но Мэник и Кьёли остаются вдвоем. Давайте смотреть за Кьёли. Этот парень тоже может творить какое-то мини-чудо. Мини-чудо для команды LDLC. Так, ну вот не надо никаких сейчас радикальных методов предпринимать команде Клан Мистик. СФ вот зачем-то поджимает в дым. Мэйник все это дело видит, забирает. Но посмотрите, куда... Нет, это не Кеннис. Вот кого хотел показать, это Хардс. Но Хардс уже слишком поздно. Потому что Кеннис вроде бы и так без проблем справляется. Сначала с Мэником, ну и потом уже на помощь приходит GMX и забирает Кьёли. Наконец-то невероятными усилиями команда Клан Мистик все-таки берет третий раунд в защите. Так, ну и смотрим. С экономикой, в принципе, пока все нормально. УЗИ Кьёли по 6 тысяч, у Кьёли чуть больше 7 тысяч. Вот у Мэника Хэппи Апекса потихонечку намечаются первые экономические проблемы. Но вот все это может исправить взятый раунд. СФ на рампах пытается нашить оппонента в дым. Как видим, пока не особо получается, потому что по дэмэджу просто 0 дэмэджа нанесли обе команды друг другу. Ну, по крайней мере, в этом раунде. Так, ну что же будет происходить? Вот по традиции, Хардса уже приходят в гости, Кьёли и, наверное, кто же с Кьёли там? Кто же с Кьёли? Апекс, кто же еще? Хардса оставляют красным, но чудом уходит капитан команды Клан Мистик, но нет, Апекс не отпускает его. Кьёли, выход на верхний поинт, и смотрим, что... Пу-пу-пу. Да, просто без шансов. Раскидали весь верхний поинт, в живых остается СФ и Кеннис. Ситуация 2 в 4, и
Ничего хорошего не светит команде Клан Мистик в первой половине. Вот эти все волевые баи закончились вот таким вот отданным бездарным очередным раундом в защите. Денег нет. Денег нет. У команды Клан Мистик есть только у Харца. У остальных 1900, 3500, 2900, 2500. Ну, в принципе, в следующем закупятся. Но АВП уже не будет. Хотя вот если Харц выделит дроп Кеннису, то может быть и будет АВП. Но уже было АВП, которое абсолютно ничего интересного не показало. Очень грамотно откидываются LDLC при проходе улицы. Вот эти два дыма, которые закрывают практически весь обзор для снайпера команды Клан Мистик. И он просто остается без действия. Итак, очередной проход на нижний. Вот одной стратегии давят своих оппонентов LDLC. Заходят на нижний. По традиции, на этот раз это не Кьёли, это Узи. Идет себе спокойно, все проверяет, ничего. Не боится, никого не боится. Ну и опять-таки же Харц. Вот единственный, кто постарается что-то исправить. Ну, такого Харц явно не ожидал в прыжке. Кстати, поставил Узи в голову, но это чудеса. CSGO, такое тоже бывает. Итак, что-то интересное намечается. JMX в трубе забирает Узи, забирает также Кьёли. Ну и вот появляются шансы на взятие экономического. Apex так не считает и дает минус в ответ. Ну вот зря, по-моему, сюда полезли игроки команды Клан Мистик. И просто заканчивается этот раунд. Также без шансов. А могли тащить эко. 9-3. И при этом счете появляется опять-таки же снайперская винтовка. Ну вот посмотрим. По идее, если Кеннис вот найдет себе соперников, найдет их именно на прицел, то все будет четко. Наконец-то. Вот так вот решили сыграть. Клан Мистик, поджим длины, Харт забирает Апекса, красным оставляет еще и Кьёли. Но Кьёли напоследок с вертухи вырубает JMX и выравнивает ситуацию в этом раунде. 4 в 4. Все начинается заново. Казалось бы, отличный поджим, но все исправляется отличным хедшотом от товарища Кьёли. Харт берет инициативу в свои руки, забирает Узи. Также уверенно минусует Кьёли. 2-4 и Хэппи. Ну вот как так умудряется команда Клан Мистик на ровном месте растерять преимущество. Кеннис забирает Хэппи. Маньяк. Один против двоих. Кьяшима и Кеннис. Бомба в двери. Надо ее забирать. Что, собственно, делает Маньяк? Смещается на рампы. Ну и давайте теперь глянем, что же будут делать Клан Мистики. Кеннис трубы. А вот Маньяк лезет на маяк. Лезет на маяк и будет ли минус? Маньяк забирает Кьяшиму, но Кеннис не промахивается с АВП. Второй минус в его исполнении. И вот наконец-то могу сказать, благодаря АВП Кенниса команда Клан Мистик берет очередной раунд. 9-4. 4 раунда в защите. Это очень-очень плохой результат. Клан Мистики постараются взять еще 2. Но вот вопрос в том, дадут ли это сделать LDLC. Кьёли в ответ также покупает снайперскую винтовку. И у нас намечается интересная дуэль. Кеннис. Оу-оу-оу. Все-таки Кьёли. Почему-то, ну вот опять-таки же, сегодня не могу угадать ни один из результатов. Верил я больше на самом деле в Кенниса. Но благодаря отличным гранатам и четкому выстрелу Кьёли все-таки выигрывает дуэль снайпер команды LDLC. Итак, Кьёли чувствует, что на крыше есть игрок. Кьёли, отличный выстрел, забирает СФ. И Харс тем временем минус Хэппик. Кьяшима забирает Апекса. Кьёли остается один одинешенек против троих оппонентов. СВП в руках. Бомбы на руках нет, надо ее найти. Бомба валяется, в принципе, недалеко. Проблем ее забрать особых не будет у Кьёли, но один против троих, очень немобилен. Кьёли 48 секунд до конца. Харт. Нет, опять-таки же. Опять-таки же, думал, что Харт сделает этот минус, но нет, Кьёли в очередной раз удивляет. Третий минус в этом раунде в исполнении снайпера команды LDLC. Но это, я думаю, не конец. Подбирает бомбу Кьёли. Ну вот это ошибочный, конечно, вариант. Пойдет он на Кьяшиму и JMX. Ну вот такие вот позиции у игроков команды Клан Мистик. И чем же все это закончится? Очень интересно. Ага, вот какое решение предпринимает Кьёли. Это будет сейв. Смотрим на экономику. Ну, в принципе, логичное решение.
Как минимум у двоих тиммейтов, а именно у Мэнника и Хэппи, денег на следующий раунд не будет, а этот раунд будет последний. И лучше действительно побороться за последний раунд с ВП в руках и с помощью своих же тиммейтов, ну вот, дроп Кьоли дает, так бы он был вынужден закупиться, а так дает дроп тиммейту, еще один дроп дает, не знаю, кто, скорее всего, это был Узи, и у команды LDLC на последний раунд первой половины полноценный бай, да еще и с ВП. Ну что же, смотрим, что будет делать Кьоли со своей снайперской винтовкой. В предыдущем раунде сделал 3 минуса, но это не помогло LDLC взять этот раунд. Попытка отстрелить трампы, как видимо, дымление от фанмистиков, и Кьоли вынужден капитулировать с этой позиции. Ну и смотрим. Хэппи ожидает на улице поджимов от команды Клан Мистик. Ну вот, понимают LDLC, что могут мистики играть агрессивно, уже неоднократно поджимали. Кеннис на улице или где это произошло. Нет, в двери забирает Кьоли, ожидал вот все-таки. Ну, 1-1, можно сказать. Пока ничейный результат в дуэли снайпера в этих команд. Кенни сравнивает счет. Ну и смотрите. Вроде бы все читается. Команда Клан Мистик будут принимать втроем выход на рампы. Или все-таки не читается. Кеннис непонятно зачем ушел на маяк. И что? Вау, как же так? СФ. Притык должен был забирать Узи, но этого не произошло. В итоге ситуация 3 в 3. Хэппи заходит в пристройку. Нагнетает обстановку. Кьяшима должен сделать минус. Да, забирает Апекса. Узи. Тут же размен. Хэппи, минус Хартс, Кеннис, один против двоих, забирает Хэппи. Остается один на один против красного Узи. И посмотрите, куда проскользнул Узи. А нет, не показалось. Думал, упал он в трубы, но нет. Кеннис не попадает в притык с ВП. Кто кого? И все-таки это Узи. Красный Узи против 100% Кенниса. И эта дуэль уходит в пользу игрока команды LDLC. 10-5. Вот такой вот счет первой половины. Но на самом деле, Клан Мистик довольно-таки неплохо сопротивлялись, хотя количество взятых раундов не соответствует моим словам. Неплохо сопротивлялись. 10-5. Фраг-лидер команды LDLC Узи. 18 фрагов, 0 ассистов, 7 смертей, 3 MVP. Вот такая вот статистика фраг-лидера LDLC. Кто настрелял больше всего у Клан Мистик? Ну, понятно, это был Кеннис. Также мог неплохо настрелять СФчик, но вот что-то на рампах у него не завалилось. Вообще не давали жизни грозные оппоненты и раз за разом минусовали бедного СФа. Ну, посмотрим, что же будет в атаке. Смогут ли Хартс и компания изменить ход этого поединка? Пока все складывается в пользу LDLC. Букмекеры пока были абсолютно правы. Но это не конец. Команда GamePub сегодня показала, что в атаке можно брать 15 раундов, при этом не отдавать ни одного игрокам защиты. Смогут ли повторить такой подвиг Клан Мистики? Или все-таки все закончится прогнозируемым счетом? Ну вот, на самом деле, прогнозируемый счет здесь где-то должен был быть 16-8, 16-10 в пользу команды LDLC. Но это мой прогноз на этот матч. Смотрим, насколько я был прав или насколько ошибался. Ну, вот уже провал намечается у команды Клан Мистик. Хотя как-то беспрепятственно, точнее без проблем преодолели коктейль Молотова. Кьоли, какой хедшот, забирает СФ. Есть численное преимущество у LDLC. GMX тут же выравнивает эту ситуацию. Вау, вау, что происходит? Кьоли на верхней пленте опять-таки же разбирается. Ну вот Кьоли и его USP с глушачком просто без шансов. Кьоли, будет ли еще один минус? Кьоли, Кьоли, Кьоли. Ну, вот что-то пока не зашло. Кьяши Майхарт забирает Мэнника и Узи. Кьоли один против троих. Кьоли. Но тут не пошло у Кьоли. Но при этом не пошло. Кьоли забрал двоих. Ну да ладно. Клан Мистик берут пистолетный раунд. Тем интереснее будет наблюдать за всем происходящим в этом матче. Как не как. День просто французского Counter-Strike. Если не увидели в первой зарубе между первой и второй командой действительно красочного боя, можно сказать, титаны все-таки оказались на голову сильнее в данный момент своих оппонентов, то здесь есть намеки на равную борьбу и, может быть, смогут перевернуть все это дело Клан Мистики. Так, ну, в принципе, точно так же действуют Клан Мистики. Занимают практически всю территорию улицы.
берут ее под свой контроль, находят уже бедного несчастного Кьёли под маяком. Почему-то его оставили одного на растерзание всей команды Клан Мистик. Ну и, собственно, что же будет дальше? Пойдут под маяк или все-таки нижний плент? Ну вот пока не спешат предпринимать вот такое вот важное решение Мистики. Пытаются собрать все-таки какую-то информацию. Ну и каких-то ждут в первую очередь агрессивных действий от команды LDLC. Кяшима забирает Мэйника. Кеннис, перестрелка на рампах проигрывает, точнее не на рампах, а под маяком проигрывается Узи. Ай-яй-яй, Апекс, если бы не на топ, он мог бы удивить действительно своих оппонентов в пристройке и сделать пару четких минусов. Но, как видим, дальше все заканчивается просто без шансов. Хэппи удается забрать Хартса. Хэппи, давайте посмотрим за ним и его попытки выбить как можно больше девайсов с команды Клан Мистик. Не спешит никуда Хэппи, понимает, что... Действительно, торопиться некуда. Есть у него на все, про все 35 секунд. Ну, было с момента установки бомбы. И теперь Хэппи. Ниндзя-дефуза не будет. И это прекрасно понимают игроки Клан Мистик. Да, Хэппи просто засейвит свой пистолет, свой тяжелый армор. В принципе, вполне логичное решение. Денег на следующий раунд, в принципе, хватает на бай у команды LDLC. Или нет? А, нет, не хватает. Погорячился я. Точнее, начислила денег немного раньше. Ну и что же. Еще один экономический в исполнении LDLC. Как пройдет на этот раз, давайте смотреть. Напомню, это четвертый нюк в сегодняшнем игровом дне. Нюк играли абсолютно все команды, независимо... Вот место расположения, вот место локации команд. Франция, Швеция, Сербия, Эстония, все что угодно. Но все были едины сегодня и все хотели играть на карте Нюк. Кьёли на рампах. Будет ли минус? Нет. Не забирает Кеннис и проигрывает тому дуэль без шансов. Клан Мистик берут эко без потерь, что, конечно же, приятно для парней. Закрепилась немного экономика. Ну и смотрим, что будут делать парни в первом оружейном раунде своих оппонентов. У Кьёли появляется снайперская винтовка. Понятно, что с ней он отправляется на улицу. Вот единственное, что мне не понять, почему у СФ остался петушок в руках. Вот не просто придется парню стреляться, вот, например, с тем же Кьёли, как проходить улицу. Ну, хотя есть очень хорошие дымы, с помощью которых можно проходить по улице, полностью выключая из игры снайпера команды соперников. Ну вот опять-таки же Кьёли остается... Ничего не остается, как... Ну вот... Ну, это халява. Это... Или это просто... Я не знаю, это чудо. В исполнении Кьёли попадает в последнего пробегающего СФ и выводит свою команду в численное преимущество в этом раунде. Интересно, подозревают ли LDLC о том, что Клан Мистики прошли на нижний? Ну вот... После позиции Хэппи однозначно скажу, да, все четко и под контролем у команды LDLC. Так, ну что же, не спешат выходить Мистики. Наконец-то пошел выход. JMX отличный минус забирает Хэппи. Мэньяк разменивает тиммейта. Узи также поддерживает минусом. Ну и да, захлебнулась атака команды. Клан Мистик, живых остается только GMX, и он также погибает. 11-8. Первый раунд в защите берет команда LDLC. Ну, вот то, о чем как раз и говорил. Вот девайс SF мне был полностью непонятен. Ну, его убили без шансов. И пофиг было бы, был бы у него АКМ и что-либо другое. Кьёли выстрелил наугад, и действительно ему повезло. Смотрим, что же придумает Кьёли на этот раз, как будет удивлять своих оппонентов. Через подсадку Кеннис или Кьёли. Кеннис или Кьёли. Но Кьёли четко ожидает именно выход снайпера. И 2-1. 2-1. Кьёли выходит вперед в снайперской дуэли. Обыгрывает в очередной раз своего принципиального соперника, а именно Кенниса. Маньяк. Маньяк. Подловил Хартса. Здесь произошло. Да, наверное, в пункте. Наверное, Хартс пытался играть агрессивно, или все-таки Кьёли ворвался. СФ! Воу! Законтролил поджим по рампам, забрал Узи.
Simix на нижнем пункте забирает Happy. Apex. Моментальный размен. Ну и что же, ситуация 2 в 3. SF и Киошима против маньяка Апекса и Кьоли. Что придумают эти два парня? Давайте смотреть. Киошима находит голову оппонента. Уверенно забирает, но тут как тут Кьоли. Хотя нет. Кьоли-то забрал всего лишь одного игрока, а вот SF сделал два минуса и взял очень-очень важный раунд для команды Клан Мистик. Счет 11-9. Клан Мистик наступает на пятки своим оппонентам. И эко-раунд ожидает команду LDLC. SF забирает Хэппи на улице. Дальше стреляться не стал. Красный чудом уходит. Кеннис. Минус Кьоли. При этом маньяк где-то подловил Киошиму. Ну и посмотрите, на эко-раунде удается создать проблемы своим оппонентам. Склон Мистик. Узи. Что творит? Забирает GMX, а также уверенно забирает SF. 2 в 3 были в большинстве LDLC, но Кеннис выравнивает ситуацию. Бомба валяется. Десяточки. Если Апексу удастся сейчас сделать минус, это будет просто провал. Но нет. Хардс забирает Апекса. И в итоге Узи. Узи. Тот самый Узи, который, можно сказать, начал успешные действия в этом экономическом раунде. Сейчас постарается забрать девайс. Все спокойно у Узи. Понимает он, что соперники ушли на рампы. Просто уже выключается голос. Если бы был Игорек, сейчас было бы хоть немножко попроще, а так садится полностью голосок, и есть вариант, что до конца докомментировать просто-напросто не смогу. Конечно же, этого не... Ну, я надеюсь очень, что этого не произойдет, но такие варианты тоже возможны. Узи с АКМом замечает одного из оппонентов, ушедшего в ложный. Узи, ну вот здесь его просто не выпускают. Узи забирает Хардса, знает, где находится второй. Кеннис один на один против Узи. И все-таки Кеннис. Все-таки Кеннис выигрывает эту дуэль. Счет становится 11-10. Ну, раунд всего лишь разница между вторым и третьим местом Франции. И смотрим за попыткой Team LDLC доказать действительно, что они находятся на второй позиции. Сразу же после Титанов, а не на третьей. Кеннис попытка отстрелить в ангаре АВП команды Клан Мистик. Но, как видим, Кьоли стоит довольно-таки уверенно и ждет все-таки выхода. Выхода от Кенниса на улице. Так, ну вот пока вот действительно у нас... Дуэль снайперов. Именно от снайперов ожидают опенфрагов игроки обеих команд. И как видим, вау, что-то интересное намечается. Апекс готов ли все это дело принимать? Апекс сразу же падает. Киошима взрывает Апекс на будку. Продолжается выход на верхний плент от команды Клан Мистик. Еще один минус забирает маньяка. Вау, вот так поворот. Вот это Клан Мистик дают жару. Ну и что же, посмотрите, LDLC не пойдут выбивать. Понимают, что ситуация далеко не в их пользу, как-никак 5 в 3. И лучше постараться засейвить девайсы, потому что с экономикой просто борода. Два игрока уходят в респаун. Ну и вот, посмотрите, Кьоли должны находить Кьоли. Забирает Киошиму, забирает также Сефа. Кьоли просто в одиночку пытается остановить команду LDLC, точнее, Клан Мистик. Кьоли. Ну вот, забирает GMX. Если бы где-то хоть рядом были тиммейты, было бы попроще Кьоли, но нет. Тиммейты оставили его, еще и напоследок умирает Хэппи. Вот так провал. 11-11. Клан Мистик сравнивает счет в этом раунде. То, о чем я и говорил, что Клан Мистик могут набирать раунды в атаке. 10-5. Первая половина. Казалось бы, ничего не предвещает беды для LDLC, но нет. У команды Клан Мистик все под контролем. Так, смотрим, наверное, за Узи. Единственный заставленный девайс у команды LDLC. В данный момент находится на рампах и готов принимать выход
на эту позицию. Но нет, GMX и компания выходят на верхний. Без шансов разбрасывают сливающих игроков команды LDLC. И счет становится 12-11. Ну, конечно, немного забегаю я вперед. Но я думаю, Узи вряд ли сможет сотворить чудо вместе с Хэппи. И вот в таком вот раунде взять все-таки раунд в пользу команды LDLC. Затишье перед бурей в наушниках LDLC. Абсолютно никакого опыта. Понимают парни, что сюда за ними никто не придет. Хэппи, последняя попытка выбить хоть один девайс из рук клан Мистиков. Как видим, ничем интересным не заканчивается. И да, Узи удается засейвить свой девайс. Второй раунд подряд. Так, ну что же. Опять-таки же бездействует Кьюли с АВП. Вот четко предугадывают действия снайпера LDLC к клан Мистики. Не дают даже тому шанс выстрелить. Вот пытался стреляться Кеннис, но понял, что это все бесполезно. И лучше постреляться с кем-нибудь другим. Очередная попытка отстрелить кого-то в ангаре, как видим, ничем интересным не заканчивается, потому что никого нет в ангаре. Так, Кеннис с АВП отправляется в будку. Кстати, очень интересная позиция. И вот если маньяк найдет на прицел Кенниса, то, понятно, здесь все будет просто без шансов. Тем временем, что делает Кьюли? Кьюли контролирует проход по улице. Ну вот, затяжной раунд от клан Мистиков. Не спешат парни начинать. Кеннис все-таки подловил маньяка на верхнем пункте. И что же, пойдут на рампы? Скорее всего, пойдут на рампы клан Мистики. Четкая тайминговая флешка от Узи залетает. Кеннис будет выцеливать своих оппонентов. И удастся ли сделать Кеннису второй минус в этом раунде? Или все-таки это будет Узи? Узи. Кеннис забирает Кьюли. Узи. Боже, какой провал. Не отпустят уже никуда. Здесь Узи. Забирает Хартс Узи. Хэппи и Апекс. Вдвоем против пятерых. Боже, как же сыпется команда LDLC. Апекс заходит в спину. Просто без шансов. Берет 13-й раунд команда Клан Мистик благодаря отличным действиям снайпера команды, а именно Кенниса. Понял он, что с Кьюли стреляться не стоит. Словил Мэнника на верхнем пункте. Заставил понервничать команду LDLC. Пошли дальше на рампы. И там все-таки сравнивает счет в снайперской дуэли. 2-2. Кеннис не отпускает далеко Кьюли. Так, ну вот посмотрите, как четко все-таки Мистики действуют. Вот это называется отличная капитанская игра в исполнении Харса, который действительно предугадывает действия Кьюли как минимум. Потому что вот когда Кьюли находился на улице, парни шли на верхний, на рампы. Когда Кьюли сместился на рампы, вот где команда Клан Мистик. Уже вовсю захватывает нижний плент. Хэппи есть первый минус, забирает Киашиму СФ. Разменял своего тиммейта, но пока по хлусбарам видим проблемы все-таки у клан Мистика в этом раунде. Минута до конца. И что же здесь будет? Кеннис, опять-таки же, минусовое исполнение забирает Апекса. После этого можно перестраиваться на верхний. Да, именно сюда заходит GMX. Забирает Мэнника. 2 в 4 ситуация, но 3 красных игрока у команды клан Мистик. Если Узи и Кьюли соберутся, то это будет просто что-то с чем-то. Итак, вся надежда на Кьюли в этом раунде. Кьюли. Узи дает информацию Кьюли, что верхний плент уже полностью занимает команда Клан Мистик. Узи минус Харс. Остается все те же 3 красных игрока у команды Клан Мистик. Кьюли и Узи вдвоем против троих. Давайте смотреть. Ну вот у Кьюли просто провал позиции. На маяке есть игрок команды Клан Мистик, и он не собирается высовываться. И это сейв, это сейв. Это сейв от LDLC. Понимают парни, что рисковать не стоит. 14-й раунд заполучила команда Клан Мистик. Очень близки Харц и компания к тому, чтобы в принципиальной зарубе с командой, которая считалась потенциально сильнее. Напомню, букмекеры ставили аутсайдерами
Команду Клан Мистик в этом матче. Коэффициент тому доказательство. 3.2 давали на команду Клан Мистик. На победу команды Клан Мистик в этом матче. На LDLC коэффициент был всего лишь 1.2. Ну, и вы сами все прекрасно видите. Первая половина закончилась под эгидой команды LDLC. 10-5. Отличный счет за атаку. И что происходит теперь? 14-11. Уже впереди Мистики. И это быстрый выход на верхний квент. Смотрим, что происходит. Джеймик забирает Мэнника. Кеннис минус Кьоли. Просто сыпется LDLC по всем фронтам. Кеннис. Есть заключительный фраг. Забирает Хэппи. Счет 15-11. Ничья для команды Клан Мистик. И эко-раунд для LDLC. Ну, точнее, не эко-раунд, а форс-бай. Потому что денег абсолютно нет. Пути назад нет. 4 матч-поинта у Клан Мистик. И они очень близки к победе. Итак, смотрим, смогут ли воспользоваться Клан Мистики первым же матчпоинтом. Есть первый минус СФ, забирает Апекса, который решил агрессивно сыграть на улице Кьоли. Достойный минус в ответ. Посмотрите, что происходит с Джимиксом. Мне кажется, или его немножко перекосило. Да, по-моему, перекосило Джимикса, но это не мешает ему делать. Уверенно, минуса забирает Кьоли. Опять-таки же выводит численное преимущество в свою команду. 3 в 4. Хэппи, Узи и Мэниак смогут ли отыграть первый же матчпоинт у своих принципиальных соперников. Будь здоров, Егор. Все переболели на Старвадере. Не знаю, что происходит. У нас действительно какая-то эпидемия ходит. Хэппи не попадает. Ну, боже, провал для Хэппи. Кьяшима все контролирует. И без шансов для Хэппи. 2 в 4. И, по-моему, все-таки это ГГ. Кеннис. Есть еще один минус. Узи. Один против четверых. Бомба ставится на нижнем пункте. Узи. И, ну, я не знаю, что здесь должно произойти, чтобы Клан Мистик проиграли этот раунд. Только членик сможет спасти команду LDLC, но, по-моему, и ему это не под силом. Кьяшима, есть последний минус в раунде, и команда Клан Мистик обыгрывает LDLC. Друзья, ну вот, вот она, волюшка. Волюшка и есть и у французских команд. У команды Клан Мистик явный тому пример. Харцы компания после провальной первой половины нашли в себе силы и сумели доужать команду LDLC. Ну что ж, на сегодня все. Для вас комментировал Страйк. Первый матч также с нами был Игорек. Завтра, надеюсь, он вернется. У нас завтра два матча. Смотрите расписание на сайте starwader.tv. Подписывайтесь на наши социалочки. Ну и, собственно, все. Буду с вами прощаться. До новых встреч. Спасибо, что были с нами.